Узнаваемые мелодии известных песен не оставили равнодушными зрителей и поклонников творчества саровских вокалисток. Их манера исполнения и тщательный подбор репертуара сделали вечер по-настоящему романтическим. Заявка такая была – «Романтик коллекшн», то есть хиты мировой эстрады, различных направлений на английском, на русском языке, естественно, романтической тематики, поскольку день посвящен такому чувству, как любовь. Послушать любимые песни и провести вечер в романтической обстановке пришли и молодые пары, и те, чья любовь проверена годами. Все они решили сделать будний вечер праздничным и провести его в кругу своих близких в обволакивающей атмосфере завораживающего вокала. Все песни о любви, первые, взаимные, безответные, роковой. Обе вокалистки отметили, что этим вечером исполняют только свои любимые композиции и не стали выделять какую-то одну. Но, например, Екатерина Рахтова спела несколько из тех, что стали особенными и напоминают об определенных этапах жизненного пути. Есть композиции с историей. Вот, рассказывать, наверное, сейчас я не буду, потому что это достаточно, скажем так, личная история, но они есть, песни с историями. Может быть, для тех, кто провел романтический вечер в ресторане «Прайм» под чарующие звуки музыки, тоже какая-то песня станет частью семейной истории. Некоторые композиции, исполненные на концерте, перепеты многими вокалистами на различных языках, но не утратили своего очарования до сих пор. Следующий музыкальный вечер пройдет в ресторане «Прайм» 23 февраля. Джаз-бенд «Дяди Вова» познакомит посетителей с мировыми джазовыми хитами. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.